Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет распаковка вот этой коробочки с Wildberries. Заказал, короче, машинку. А здесь должна быть вот эта вот заставка. Рыцарь дорог. В главных ролях Майкл Найт, Дэвид Хассельхофф. Девон Майлз, Эдвард Лукер. Заставка, пожалуйста. Вот. И сейчас я, ну, наверное, меня где-то менее нужен. Будем доставать. Вы же сразу поймете, что здесь. Па-пам! Да. Вот. Вот это. Ну или как у нас получается? Night Reader. Night Reader. Вот. Кит. Рыцарь дорог. Машинка. Ну, будем аккуратненько доставать. В принципе, вот такая упаковка. Здесь даже, знаете, здесь что? Здесь коробки. Был воздух. Вот можно бахнуть и подышать этим воздухом. Вот такой вот пакетик. Прикольно. Так, ну а мы открываем с какой стороны там? Вот с этой, наверное. Будем с этой стороны открывать. Аккуратненько. Вот так вот поднимем. Чтобы нам... Так, здесь еще картонка. Внутри картонка, еще одна картонка. Так. Здесь мешается вот эта штучка для того, чтобы вытащить картонку. О, все. Все. Такой трейлер. Трейлер. Так. О, здесь что-то на чем-то она стоит. Какой-то пластиковой заглушки, наверное, или что это? Как это? О, тут даже двери открываются. Сейчас разберемся, ребятки. Так. Угу. Надо, короче, весь скотч срезать. Скотч. Оп. Все это открывается, раскрывается. Вот так вот это выглядит дело, если вы видите. Можно, кстати, сразу открутить этот винтик, болтик. Сейчас мы это и сделаем. Короче, ребятки, достал я. Здесь такая вот площадка. И, короче, нужно выкрутить болт. И он крайне неудобный. То есть он длинный, неудобный. Да, вы видите уже. Ну, здесь крепится, собственно. Сюда можно эту площадку поставить. И будет прекрасно стоять. Опять же, вот эти скобы, ну, они такие прям тугие, чтобы их ломать. Поэтому я не стал. Просто взял, выкрутил и все. Это даже проще. Даже проще сделать. Вот. Ну и обратно засуну, короче, в эту упаковку, будет красиво там стоять. Окей? Наверное, так будет лучше. Короче, захотелось мне такую штуку, чтобы просто была у меня эта машина. Вау! Да, здесь открываются двери.
двери. Жалко, багажник он не открывается. Вот такой вид. Вот. Было бы прикольно, чтобы с подсветкой была машинка. Ну, здесь просто это выполнено краской. Здесь ничего такого, ничего не светится. Если вы сами как-то это не доделаете, чтобы здесь была подсветка и там что-то переменилось и так далее. А, ну, поближе потом с камеры с этой сниму переднюю панель, как здесь выглядит. Ну, вот выглядит, вы можете сами увидеть, как здесь выглядит салон автомобиля. Вот. Ну и низ. То есть ездит нормально. Вот. Резина такая прям хорошая резина. Можно снять ее, поставить на свою, на улице. Ну, прикольно выполнено. Ну, цена может быть, наверное, для такой машинки эксклюзивной, наверное, высоковато. Ну, вы сами напишите в комментариях, как вы считаете. Прикольно. Тема, да? Ну окей, сейчас проводку сделаю, покажу вам. Руку из пластика и, короче, лак, краска, просто выглядит как будто металл металлический. Это пластик, вот такая вот толщина примерно. Вот. Не знаю, видно, не видно. Вот. Может, какие-то элементы сделаны из какого-то металла, металл, да? Вот, прикольно, прикольно.